Всем привет! Лето, жара, онлайн в игре упал, осенью поднимется, но надо вас чем-то взбодрить. Новым гайдом, в котором я расскажу буквально тупо все, что вы в этой игре хотели знать. Для начала, самое первое, что вам нужно сделать, правильно настроить игру. В описании есть ссылка на группу ВКонтакте. В группе ВКонтакте есть темы, в которой есть настройки моей игры World of Tanks. Заходите, там по скриншотам все видно. И настраивайте. Все четко. Единственное, что если вы вообще не знаете, куда танком стрелять, маркер прицела нужно ставить с индикатором пробития. Но если вы уже более-менее разбираетесь, лучше его поменять на индикатор зарядки. Поскольку индикатор пробития в прицеле, он обманчив. Дальше я хочу вам рассказать все аспекты стрельбы в этой игре. Во-первых, вам нужно всегда сводиться как можно лучше. Чем лучше вы сведетесь, тем меньше шансов, что снаряд полетит не туда, куда вы хотели бы. Ваш танк всегда должен находиться в укрытии, так называемые позиции. От этих позиций два варианта, как выезжать стрелять по врагу. Безопасно, чтобы вас не продамажили. Первое. Вы можете играть от башни, и рельеф, который вас закрывает, дает вам возможность выкатываться так, что видно только одну башню. Чаще всего так получается играть, когда танк обладает хорошим склонением орудия, либо ваш танк низкий, и вы играете от какой-то небольшой насыпи, которая вас закрывает. Вы выкатываетесь от башни, это значит, что видно врагу только вашу башню, и даете ему урон. Либо же от борта, это означает, что враг должен видеть только под острым углом ваш борт. А еще лучше только гусеницу. Таким образом он не сможет вам нанести урон, только фугасом. А чтобы полностью сводиться, если вы присмотритесь внимательно, слева внизу, там где все параметры вашего танка, модули, члены экипажа и количество хп, там есть такие стрелочки, зелененькие, которые показывают вверх, и оранжевенькие, которые показывают вниз. Это так называемые скоростя. И если вы обратите внимание, то когда я выезжаю из-за поворота, я очень часто использую эти скоростя. Они на кнопку R вперед и на кнопку F назад. Для чего я их использую? Когда нажимаешь один раз кнопку R, твой танк включает первую скорость вперед. Когда он едет медленно, орудие сводится почти до конца. Таким образом, ты выезжаешь из-за поворота, чтобы стрельнуть, а твое орудие уже сведено. Ты наносишь выстрел и закатываешься назад, нажимая S. Все это нужно очень быстро, четко делать. Но бывает еще и третий вариант, как выехать из-за укрытия и нанести урон врагу. Если враг разрядился, и ты уверен, что больше никто тебе не стрельнет, кроме него, а он уже на КД, то ты можешь как угодно выезжать и наносить ему урон. Я практически каждый бой пользуюсь этими скоростями. Они очень сильно помогают чаще попадать. Но это нужно очень много тренироваться, чтобы успевать все эти кнопки нажимать. То есть это понятно, что если у вашего танка мало УВНов, то не надо лезть на бугор. Надо играть вокруг бугора. А если у вашего танка хорошие УВНы, то можно играть через бугор, но опять же, всему есть предел. Очень важное в стрельбе – это перестреливать своего оппонента один на один. Это очень важно. На вес каждый выстрел. Не нужно никуда спешить, не нужно торопиться. Вы должны разводить врага на выстрел. Вы должны быть для него максимально неудобными. Вы должны прятать свой танк за рельефом, за укрытием, за домом, играть от борта или от башни, от холма. Враг должен почувствовать неудобство. Вы не должны перед ним как бревно стоять. Вы должны ездить не вперед-назад, а по отношению к врагу вы должны ездить немножко наискосок. Если вы будете ездить вперед-назад, он наведет свой прицел в одно место, и вы будете сами ему в прицел лицом въезжать, и он будет легко вам наносить урон. А если вы будете ездить наискосок, то враг будет водить мышкой, и не факт, что попадет, поскольку пока там повернется эта пушка, пока там сведение туда-сюда, ему придется что-то делать. Это важно. Следующее, еще очень важное в стрельбе. Нужно разводить своего врага. Надо быть не только неудобным для него, нужно еще и перед тем, как вы выезжаете из-за укрытия, останавливаться, откатываться назад, делать вид, что вы еще раз выйдете, но не выезжаете, дергаться туда-сюда, быть неудобным, как-то его разводить. Это нужно все учиться,
Для этого нужна практика. Не нужно как бревно, прямо выехал, прямо заехал, катками вперед из-за поворота выехал, умер и все. Так не надо. Если вы играете через рельеф, подъехали к рельефу, только выезжать, чуть назад сдали, если он стрельнет в этот момент, вряд ли он попадет, а если попадет, то по башне, не факт, что пробьет. Когда враг на КД, выкатывайтесь на него, если ничего не мешает и врагов больше нет. Спокойно, аккуратно даете ему урон в уязвимое место. Скорее всего, это лючок, НЛД. Если он сильно плохо рамбует, в борт, в каток. Спокойно даете урон, закатываетесь назад. Если это был какой-нибудь тяжелый танк или ПТ, скорее всего, возможно, вы даже два раза успеете стрельнуть. Для этого нужна опять же практика, чтобы знать, какое КД у врага. Либо можете поставить модик, информационная панелька вражеских танков. Там есть минималистичная, обзор и перезарядка. Сколько в среднем продолжительность перезарядки врага. Когда на него наводят, снизу циферка показывается, и вы смотрите на свое КД и понимаете, сколько вы успеете раз стрельнуть, пока враг КД. Еще довольно-таки полезный мод, это который запрещает стрельбу по трупам. Там можно выставить, какую продолжительность времени после того, как враг умер, по этому трупу нельзя стрелять. Таким образом, если враг шотный, на него выкатывается много ваших союзников, и вы нажимаете в него выстрел, но он уже умер, то вы останетесь заряженным. И этот снаряд, возможно, в этот же момент, можно будет выпустить куда-то в другое место. И вы не разрядитесь, не пойдете на перезарядку. Иногда это очень важно. Следующее. Как работать с миникартой? Во-первых, нужно ее сделать побольше, так, чтобы она не закрывала вам обзор. На экране достаточно было места, чтобы было видно все вокруг. Но также миникарта должна быть настолько большой, чтобы вы весь бой ее видели. Вы всегда должны видеть миникарту. Миникарта — это самое главное оружие для нанесения кучи урона и для победы в бою. Если вы один ломитесь куда-то на фланг, это неправильно. Вы должны разворачиваться, ехать туда, куда едут ваши союзники. Не прям кучей все в одну точку, но отбиваться, ехать на один фланг, это не очень. Вначале вы должны ехать на стандартную позицию, куда в основном едут все нормальные люди. Чтобы их узнать, можете смотреть мои стримы и смотреть, куда еду я. Также есть еще на канале рубрика «Идеальный маршрут», можете ее посмотреть. Для вас этих позиций хватит с головой, те, которые использую я. На каждой карте хороших позиций буквально пару штук. Их запомнить и найти довольно-таки легко. Кто ищет, тот всегда найдет. Следующее. Как вам может карта помочь в конце боя? Как дотащить бой до самого конца? Для этого вам нужно смотреть на карту и понимать, кто куда едет и как перемещается. Для того, чтобы в конце побеждать, одна простейшая тактика, которая работает во всех играх и помогает побеждать в конце. Это чекать зад и вперед и объезжать вокруг. Это самое простейшее, всегда работает и приносит победу. Как это работает? Чаще всего по центру карт редко кто ездит, потому что на нем опаснее всего. Все ездят вокруг карты, во всех играх. По краю карты, потому что край карты безопаснее, там нужно меньше чекать. И все едут по кругу, в одну сторону, либо в другую. Для того, чтобы найти врага, вам достаточно ехать либо в одну сторону по кругу карты, либо в другую. Если вас окружают и вы в меньшинстве, либо один, вам нужно посмотреть на миникарту и понять, в какой из сторон будет легче. Допустим, в одной стороне, если вы по кругу карты поедете, будет два врага, а в другой стороне один. Выбирайте там, где легче, там, где один враг, и едете туда. Либо если с одной стороны два врага, но шотные, а с другой стороны фуловый какой-нибудь барабан, и он вас убьет, едете на двух шотных, пытаетесь их убить, а потом разворачиваетесь в обратную сторону и пытаетесь уже что-то сделать с барабанным танком. Это 100% работает всегда. Во всех играх так работает. Это основа тактики. Для этого нужно смотреть на карту весь бой и понимать, как передвигаются танки. Но вначале вам достаточно занимать хорошие позиции и просто искать прострелы
пользуясь указкой, пользуясь также мини-картой, смотрите и стреляете. Даже если враг светится за кругом отрисовки, наводите указку по карте на светящегося врага и смотрите, что вдоль этой указки находится на экране. Куст или край дома, и туда стреляете. Очень часто я так наношу урон даже за круг отрисовки. Все очень просто. Еще пару важных вещей в конце. Как сейвиться от арты, как понять, что она по вам не прострелит, и как, в принципе, ее обманывать. По поводу, как обманывать арту, там все точно так же, как и разводятся на выстрел обычные соперники. Вам нужно дергаться, ездить и пытаться обмануть. Также еще, если вы смотрели мои стримы, вы замечали, что иногда я комментирую такие моменты, когда у меня получилось развести арту. И чаще всего получается это сделать, когда вы стоите за укрытием и хотите выехать, или наоборот хотите подъехать к укрытию. В момент, когда вы выезжаете или заезжаете в укрытие, вы останавливаетесь и едете в обратную сторону задом. Очень часто арта делает выстрел в то место, куда вы хотели въехать или выехать из него, и промахивается. Часто меняйте направление своего движения, и арте будет труднее вас попасть. Конечно, на медленных танках это тяжело делать, и в целом от арты сейчас мансевать сложнее. Как стрельнуть на упреждение? То есть нам нужно прицел поставить в такое положение, чтобы враг сам в него въехал, и перед тем, как он будет в прицел въезжать, нам нужно нажать выстрел, чтобы пока враг едет, снаряд успел до него долететь и попасть, нанести урон. Для этого нам нужно перед выстрелом определить точку, в которую въедет враг, и мы должны заранее успеть еще свестись, либо если враг заезжает за укрытие, нам нужно выбрать точку перед этим укрытием и нажать выстрел так, чтобы снаряд успел долететь. Вот, в принципе, и все. Только практика вам в этом поможет. Тренируйтесь и будете попадать идеально, если ВБР, конечно, захочет. Самый главный и последний совет в этом видео – это научиться самому находить свои ошибки. Можно пересматривать реплеи, можно просто понимать у себя в голове, что в этой ситуации я сделал плохо, так больше не надо, это ошибка, нужно играть по-другому. И со временем вы начнете играть лучше, если отбросите все свои ошибки. Не нужно искать виноватого на стороне, вы сами так сыграли. А по поводу того, какие танки нужно выбирать в этой игре. На самом деле, самый лучший способ — это брать универсальные танки. Удобные, быстрые, с хорошими имбовыми пушками, которые еще могут что-то от башни потанковать. Это будет самый идеальный вариант. Нужно следить за трендами World of Tanks и играть на хороших танках. У вас не получится играть в эту игру 8 лет на одном танке, потому что он устареет и будет неиграбелен через время. Вам всегда нужно куда-то ломиться за новыми свежими танками, потому что они самые нагибающие. Ставьте лайки, делайте репосты, играйте красиво. Всем пока!